друзья, многие просили сделать кратенький обзор. Я видео вставлял, в принципе, в свои, как бы, ну, с воды. Но многие, наверное, как-то это дело не видят, просматривают и просили сделать короткий обзор. Короткий обзор на палочку от компании Акума, серии Guide Select, Big Bait, до 190 грамм. Данную палочку я взял для троллинга в один спиннинг, для троллинговой ловли, когда мы со спиннингом, спиннинг держим в руке и ловим судака на поклевке. Можно ловить также щуку. Вот. Но для судака именно я предпочитаю спиннинги такого, как бы, быстрого строя из высокомодульного карбона. Звонкие палочки, чтобы все мельчайшие судачьи поклевки мы слышали в руку. Итак, сейчас немного расскажу о данной палочке. Вот палочка. Сейчас катушечку сниму. Катушечка в чехле от астраханской пыли, чтобы ветром не задувало на бесконечник. Итак, значит, вот такая палочка. Разнесенная ручка. Ручка должна быть по локоть, длинная, что, в принципе, у этой палки и есть. Рукоятка из эвы, такого вот интересного цвета. На палочке есть хук-кипер для зацепки приманок или застежки. Длина спиннинга 2,43. Повторюсь, тест 120-190 грамм. Такая же модель есть и до 140 грамм у данной серии. Вот, данная палочка до 190 грамм. Спиннинг довольно-таки такого быстрого строя, в меру жесткий, что позволяет проводить нам и приманки более мелкие, и работать с крупными приманками. Там 150-миллиметровые, 120-миллиметровые, кренки упористые. Спиннинг такого строя, такой жесткости, нам позволяет еще сделать плюс на таких палок, он позволяет сделать моментальную подсечку судака. Это когда мы ловим именно на деликатные поклевки, то есть, как бы, судак тыкает аккуратненько, тогда тюк-тюк. Потычка такая нежная, тычок такой идет, и нам нужно моментально подсечь. Вот, для этого нужен вот именно жесткого строя бланк, чтобы моментально среагировать на данную поклевку. Вот. Если палочка будет более мягкая, скажем так, то вот эти вот моментальные подсечки у нас, ну, не получится сделать. Спиннинг с курком под мульт. Мульт на данной палочке стоит у меня тоже акумовский, Комодо SS 300 серии. Поставил силовую ручку, взял на Алиэкспресс под цвет как раз рукоятки. Очень даже симпатично смотрится. У этого спиннинга низкие кольца, все они усиленные. Вот. Запас прочности довольно-таки большой. Вот. В то же время палочка легкая, не тяжелая. Характеристики там по весу, я думаю, что вы найдете в интернете. Спиннинг полуторачасный. Вот в этом месте он снимается и делится на рукоятку и сам бланк. Спиннинг сделан из высокомодульного карбона, имеет хорошую чуечку, довольно-таки звонкий, ну, как бы, если сравнивать его с такого класса удилища. Бланк вяжет рыбу.
Судак не крупный, но с поклевкой, с тычком. Так, вам на солнце не будет, вот особо видно. Стараюсь здесь, у меня палочка мешается. Вот такой колкастик.